Первый снег у нас начался всего 25 минут назад. Немножко он раньше вообще-то начался, но там были единичные такие снежинки, а сейчас уже более видимы уже тротуары, покрыты снегом. Уточек есть спасение, плотина, которая не замерзает круглый год, даже в лютые морозы. Снежок падает медленно, неторопливо. Хлопья все крупнее становятся. Уже еще сильнее снег пошел через каких-то 5 минут. Какие хлопья уже большие, пушистые. Две уточки, я, и больше здесь никого нет. Какие интересные следы от лапок уточек. Thank you.